И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Саша. И сегодня мы с вами будем... Я вам покажу мой аквапарк, но не... Ой, да, в новом городе моем. Покажу вам сначала мой город. И да, я хотела вам сказать то, что я в настройках поменял вот эту кнопку. Эту кнопку я отсюда сюда сделал. А эта кнопка была вот здесь, помните? Еще видите, у меня вот здесь у меня... Посередине такой крестик. Это тоже мне так удобно. Чем вот такой кружочек. А что здесь вагонетка стоит? Едь давай. Так, ой, да. Вот так это. Вот так вот это еще. Еловый лес и акацию лес я построил. А кстати, если забраться в вагонетку, то если вы не знаете, то эта кнопка, она раньше была здесь, а теперь эта кнопка вот здесь. Ну вы видели, я на нее нажал, чтобы выйти из вагонетки. Это прыжок. Это тупик типа. Я потом еще дальше буду строить. Ладно, пошли. Так. Туалет. И тут туалет. Ой. Вот так вот. Ну, а здесь душ. Столики, ресторанчик. Я его в прошлом аквапарке, ну, в том не строил. Даже логотипа нету у меня здесь. Ладно, пошли. Извините, друзья. У меня что-то першит в горле. Ну да ладно, давайте отключим дождь. Так. Ветхер. Ой, подождите-ка. Ой. Ветхер. Клеар. И та-дам! Та-дамс. Ладно, пошли на первую, на самую маленькую. Она у меня синяя. Тут на лодке плыть не надо, везде. Так, вот как я и говорила, это у меня баги с водой. Иногда они это... не... Когда я ныряю в воду, не это. У меня какой-то черный экран становится. Баги, наверное. Теперь на зеленую. Тут надо подниматься. А здесь... Уии, падать. Давайте полетим.
Так, а теперь на этой. Здесь ничего падать не надо. Давайте медиа включу побольше. Теперь на трамплин. Вы не обращайте внимания, что там. Не обращайте внимания, вон, что там земляная коробка. Это я просто так построил. Я ее потом сломаю. Это трамплин был. Это чтобы присесть на корточки, если вы знаете. Ну и последняя на сегодня горка. Так, поплыли по бассейну. Кстати, если вы хотите, чтобы я снимал с Никитой летсплей по Майнкрафту, то пишите мне об этом в комментариях. Мы сейчас выходной, мы с Никитой можем пообщаться. Я скину эту... Ой, уже темнеть начало, ну ладно. Карту мы снимем. Кстати, я вам еще хочу показать метро. Оно малое-прималое. Хотя, давайте посмотрим в следующей серии. А пока... Ой. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.